Привет, наконец-то до вас добрались. Привет, ну что встали, проходите. Ну, рассказывайте, что у вас нового? Да у нас все по-старому, лучше вы расскажите. Да вот недавно прилетели, были сначала в Париже, потом в Германии. Постоянно путешествуем, вот, одаривает меня. Мам, смотри, что я нарисовала. Очень красиво. Ну, пап, пойдем уже играть. Да мы-то вообще никуда не можем вырваться. Одни заботы с детьми. Да, вам не просто. Спасибо, что пришли. Это вам спасибо. Париж, Германия. Какие они счастливые. Для себя живут. Они такие счастливые, им так повезло. Как же я хочу малыша. Не переживай, Мила. У нас все обязательно получится. Нам нужен тур в самое необычное место. Здрасте. Нам нужен тур в самое обычное место. Очки, блядь, дебильнее сними. Мальдивы. Ну вы что, смеетесь? У нас там дача. Мальдивы. Ой. Бали. Были. Мне вот и нравятся замечательные Бали. Ой, вы знаете, меня тоже когда-то замечательно ебали. Вот романтический тур, все включено для влюбленных. Нам это очень подходит. Где моя жёлтушка моя? Все включено для влюбленных. А мне нет, просто жена. Очки сними, папа! Не думай, чертям! По питанию вас устраивает, будет завтрак, поздний завтрак, обед, ужин. А это же все до обеда, да? По питанию вас устраивает, будет завтрак. Устраивает! Подлак? Тот тур, который выбрали, остался всего один. Мы платим в два раза больше. Но вы карты принимаете? К сожалению, карты временно не принимаем. Оформляй. Супер-супер год. Я нормально. Супер год. Слушай, Карина, вот ты такая девушка, все при тебе. Почему ты одна? Да я... Я в душ. Никуда не уходи. Ну как? Уф. Такого тела я еще не видел. Представляешь, я нашла подходящие шторы для нашей ванны. Матовые, с розовыми дельфинами. Надо брать. Правда? Надо брать, Серега, французов этих. За яйца, контракт уже подписан. Мне кажется, наши отношения заходят куда-то не туда. Карина, что не так? Почему? Ну, есть такое... ощущение. То есть все хорошо, и ты мне доверяешь? Конечно, ты можешь поехать куда ты захочешь, я в тебе не сомневаюсь. Ладно, тогда я поехала. Наверное, у меня просто сложный характер. Что случилось? Парень бросил? Нет. Поправилась? Нет. Беременна? Да нет, мне нечего надеть на вечеринку. Ну давай я помогу тебе что-нибудь выбрать. Слишком красное. Слишком спортивное. Слишком... просто слишком. Смотри, в каком красивом платье Светка идет. Где-то я видела это платье. Точно, иди сюда. Вот, вот это померь. Как красиво, а ну-ка пройдись. А ну-ка это померь. Во, вот это вообще круто. Спасибо, мам. Я пошла. Милый, мне нужна сумочка. Сумочке нужны туфельки. Туфелькам заткнись и слушай. Но на платьишко не... А чем ты занимаешься? Bring that ass back, like a boom, 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 boom. Банкир. Банковское дело. О, а какое у тебя хобби? Я занимаюсь благотворительностью. А у тебя были серьезные отношения? Поехали ко мне. Милый, вставай. Были. Но с тех пор я разочаровался в женщинах. О, Петрова, а ты что тут делаешь? А я тестирую наш новый беспроводной детектор лжи. Садись, послушай. Таких пизд... я еще не слышала. На, ну-ка. Пишет, а я не знаю, как это. Подожди. Когда мы с тобой уже на свидание пойдем? Я тебе говорила, я с Давидом. Да бросай ты этого нищеброда. Мне на работу пора.
Ну что, отшили? Пару подарков, и она моя. Кстати, поехали, кое-что покажу. Я никуда с тобой не поеду. Давид тебе изменяет. Ну что, теперь пойдем со мной на свидание? Макс, я люблю его. А он? Карин! Может, телефон у меня менялись? У меня есть девушка. Давай, выходи. Ну ладно, тогда пока. А ты говоришь, любви нет? Так ее и нет. Так а что ты тогда за ней бегаешь уже 5 лет? Заткнись. Чуть-чуть недосолено. Чего? Чуть-чуть недосолено? Да это я целый день жру этими макаронами, швакаронами занимаюсь. Да, сейчас я тебе покажу, собака, плохо недосолено. Ваше время вышло. Блин, эмоции, конечно, такие эмоции. Приходите еще. Конечно, приду. Так, это тебе я. Большой нас ждет, Кирилл Юрьевич. Человек так живет, да? Деньги дал сюда. Милая, я просто... Деньги быстро дал сюда. Сынок, стой! Я все маме отдал. Отдай деньги! Все, 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 ладно. Она пришла в себя, давление, пульс в норме, но, к сожалению, у нее глубокая потеря памяти. Она вообще ничего не помнит. Мы делаем все возможное, но, к сожалению, да. Тебе уже лучше? Извините, мне с вами знакомы. Вы сделаете только хуже. Да, ты молодой, симпатичный парень. Нахер тебе эти проблемы? Я ему это уже 100 раз говорил, о чем? Мы делаем все возможное, но... Значит, вы очень мало делаете. Если нужно заплатить еще, я заплачу. Да деньги тут не помогут. Мы можем только ждать и надеяться. Между прочим, ты очень любишь мандарин. Правда? Угу. Так, ладно, я поехал. Вечером... Я готов пережить с тобой каждую секунду. С самого начала.